Привет, Ромчик! Привет, у нас такой день, потом вот такие игрушечки. Мы будем открывать вот такие вот коллекционные ластики. Это ластики-конструкторы, их можно разбирать. Здесь идет два ластика открытых и два ластика там в коробочке. Какие-то ластики-сюрпризы. Сейчас будем смотреть, что же нам попалось, да? Открываем. Надо это открыть. Так. Открывай, Ромчик. Тебе немножко может помочь? Нет, я сам. Ты сам? Давай, открывай сам. Так. Первый ластик, вот такой вот мячик. Вот так вот на части его можно разобрать. А потом можно опять сложить. Видишь как? Он разбирается. Это мячик-конструктор. Давай сейчас мы его сложим. Посмотрим, что нам еще попалось. Назад собрали, получился вот такой вот мячик. Пожалуйста. Второй ластик, который был в этой коробочке, это панда. Она тоже разбирается. Вот так вот разбирается панда. Вот так вот можно собрать. Опа. 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 Вот такая вот пандочка. Так, теперь смотрим, какие ластики-сюрпризы нам попались. Первый сюрприз – это похоже на лук. Возможно, это лук нам попался. Смотри, Рома, какой лук. Вот так вот разбирается. Вот такой вот. Рома еще один нашел? Да. Ой, Роме попалось мороженое. Какое вкусное, красивое мороженое, как настоящее. Вот так вот оно разбирается. Вот там нашел, в сюрпризах, да? Да. Вот так вот разбирается мороженое. Здесь даже вафельный стаканчик в такую вот полосочку, как, ну как настоящий просто. Пожалуйста, угощайтесь. Открываем, Ромчик, следующий. Это уже. Так. Ой, что там у тебя? Машинка. Ух ты, машинка. Вот это да, машинка нам попалась. Так, начнем с баклажана. Это из группы овощи. Нам попался такой баклажан вкусный. У него снимается шляпка. Вот такой вот фиолетовый баклажанчик. Так, дальше. Вот это из группы дом. Кастрюля. Которой можно что-нибудь готовить. Такая вот ластик-кастрюля. Так, дальше. Вот это из группы инструменты. Он тоже завалился. Да. Из группы инструменты нам попались такие вот плоскогубцы. Они тоже разбираются, у них снимаются ручки. Он тоже разбивается. Да, разбирается все. Снимаются ручки. Вот такие вот плоскогубцы. Туда? А это баклажан. Показал. Да. А куда там муки зажить? А это его кушать. Ням-ням-ням-ням-ням. Из сюрпризов, которые были скрыты, нам попался вот такой вот грузовичок. Такая классная машинка, что-то везет. И вот здесь элементы пластиковые, все остальное это ластик. Она тоже разбирается, у нее снимается груз, а также снимается вот эта часть. И снимается сама машинка. Вот так вот разбирается. Так, ну и смотрим еще одну коробочку. Вот эту. Давай. Но больше нет. Ну, на сегодня больше нет. Да только было две. Три. Три у нас было. Ой, нет. А как вот так? Давай я тебе начну, чтобы тебе было легче. Так, что же нам попалось здесь? Первое покажем, это из раздела звери, animals,
нам попался дельфинчик. Такой вот прикольный. Вот так он разбирается. Брюшко можно снять. И, конечно же, водичку. Вот такой прикольный дельфинчик. Так, Рома уже кушает арбуз. Нам попался вот такой вот классный арбузик. У него снимается зеленая часть. Также можно повыковыривать семечки. Вот такой вот арбуз. Самый прикольный ластик, мне кажется. Так. Тебе попалась сковородка? Да. А на ней, наверное, что-то было? Да. Что это? Это вот такое. А что это такое на сковородке у нас попалось? Какие-то кашечки. Пельмени. Нам попалась еще такая розовая сковородка, а на ней какие-то зефирки вкусные. Зефирки можно вынуть. Вот такая вот сковородка. Вот такие ластики нам сегодня попались. И еще мячик. Мячик, да. Все ластики разбираются. Всеми ластиками можно вытирать карандаши. Все функциональные. Пока-пока, всем пока. Всем пока-пока. Пока-пока.